Здравствуйте! Гостеприимная и благодатная Лазаревская земля с радостью встречает гостей. Мы приветствуем участников Сочинского городского зонального этапа краевого фестиваля национально-культурных общественных объединений «Венок дружбы народов Кубани». И пусть в этот праздничный день звучат песни и кружат танцы разных народов. Пусть в нашем доме царят радость, любовь и взаимопонимание. И пусть венком дружбы цветут культуры братских народов, адыгов, армян, русских, украинцев, белорусов, греков и казаков. Двери нашего центра открыты для всех, кто желает прикоснуться к истокам народной культуры. Участников фестиваля приветствует исполняющий обязанности генерального директора Лазаревского районного центра национальных культур имени Крикора Осаковича Мазломяна Заира Руслановна Тлип. Добрый день! Лазаревский районный центр национальных культур имени Крикора Осаковича Мазломяна приветствует участников Сочинского городского зонального этапа краевого фестиваля национально-культурных общественных объединений «Венок дружбы народов Кубани». Более 25 лет Центр национальных культур – оплот мира, дружбы и единения народов, проживающих в нашем городе. Лазаревский Центр национальных культур удостоен самых высоких наград – Международной премии за содействие миру на Кавказе, благодарности Государственной Думы Российской Федерации, Министерства по делам национальностей и Законодательного собрания Краснодарского края. В 2012 году постановлением Законодательного собрания Краснодарского края Лазаревский центр национальных культур имени Крикора Осаковича Мазломяна отнесен к особо ценным объектам культурного достояния Краснодарского края в области традиционной народной культуры. В 2017 году центр внесен в книгу почета города Сочи. Много лет Лазаревский центр национальных культур – это место проведения краевых, всероссийских и международных фестивалей, конференций, семинаров, творческих лабораторий. Художественными коллективами центра собрано богатейшее наследие этнических традиций, обрядов, обычаев, народных ремесел. Это наследие не только воспитывает в молодом поколении уважение к национальным духовным традициям, но и формирует яркий образ города Сочи, где жизнь интересна, разнообразна и привлекательна. Всех нас объединяет любовь к Отечеству, заповеди веры и правды, по которым жили наши отцы, живем все мы и будут жить наши дети и внуки. В добрый путь, фестиваль! Лазаревский центр национальных культур имени Крикора Осаковича Мазломяна располагает прекрасным выставочным залом. Это настоящий дом для мастеров декоративно-прикладного творчества. Участники шести народных и образцовых студий Лазаревского центра национальных культур постигают здесь основы ремесла и демонстрируют свои произведения. В выставках декоративно-прикладного искусства представлены различные художественные техники – макраме, ковроткачество, гончарство, вышивка крестом, гладью, батик, изделия из соломки, бисера, лоскутное шитье. Красочные, самобытные, выполненные в традиционной технике работы студийцев демонстрируются на выставках в Сочи, Краснодаре и многих городах России.
благодаря самобытному, богатому внутреннему миру мастеров, рождаются необыкновенные произведения. Расписные панно, фигурки животных, деревянные и глиняные пасхальные яйца, тарелки. Многие произведения удивляют неповторимыми фольклорными рисунками, национальными орнаментами. Завораживают куклы-обереги, рушники, гобелены, салфетки и керамические изделия. Одаренные педагоги с большой любовью передают свой опыт и мастерство, учат воплощать самобытные образы в искусные художественные произведения. За большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства Кубани руководители студий Минасян Астик Маратовна и Войцещук Андрей Витальевич награждены почетным знаком Министерства культуры Краснодарского края «Мастер декоративно-прикладного искусства Кубани». Удачи вам и доброго пути! Народов России очень богатая, разнообразная, колоритная и вкусная. Она является неотъемлемой частью национальной культуры. Старинные традиции приготовления исконно народных блюд бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Сейчас мы познакомимся с вами с некоторыми из них. Адыгская кухня вобрала в себя традиции адыгов, кабардинцев, черкесов. Национальное меню богато блюдами из мяса и молока. Очень любят здесь острые специи. Самым популярным продуктом является адыгейский сыр. Его используют как самостоятельную закуску, так и в качестве ингредиента к другим блюдам. Сегодня мы будем делать адыгейское блюдо чуть-чуть. Мы сделали омлетик из 6 яиц, поджарили с двух сторон. Приятного вам аппетита! Ешьте на здоровье! Армянские кулинарные традиции очень древние. Многие обычаи остаются неизменными уже сотни лет. Блюда острые и пряные, очень ароматные и с большим количеством овощей.
Важной составляющей армянской кухни являются супы. Постные и мясные, холодные и горячие, весенние и летние. Их варили наши прабабушки из самых простых продуктов. Сегодня можно только подивиться их мудрости и проницательности. Насколько все сбалансировано, вкусно и полезно. Сегодня будем готовить амшенский суп татарлома. Для этого нам понадобится пунджар, по-русски лохано, также консервированная фасоль, тушенка, немного томатной пасты, манки, чеснок. После того, как у нас подсоленная водичка закипит, добавляем туда нарезанный пунджар. Убавляем огонь, варим все на медленном огне до тех пор, пока листья не станут мягкими. После добавляем манку. Все быстро перемешиваем, чтобы не образовалось комочков. Тем временем делаем зажарку из чеснока. Добавляем туда тушеночку. После томатную пасту. Все это увариваем на медленном огне. Получившуюся смесь добавляем в суп. Солим по вкусу. И вот такой вот наваристый супчик у нас получился. Всем приятного аппетита! Казачья кухня самобытна, отражает яркий и горячий темперамент казаков. Это настоящая кухня воинов, полная силы и здоровья. На казачьей кухонке обязательно должна быть выпечка, без которой не представить казачий стол. Сегодня мы попробуем приготовить десерт бабошки. Именно так терские казаки по-домашнему нежно называют маленькие сладкие пышки на сметане с медом и маком. Они широко известны также под названием помпушки. Пышки – частые гости на казачьем столе. Их брали с собой в дорогу, ими угощали путников и баловали детей. Терские казачки пекут их и по сей день, как много лет назад. Для приготовления нам потребуется 3 стакана муки, 2 яйца, 200 граммов сметаны, 100 грамм сливочного масла, сода, соль и сахар. Для украшения жидкий мед, кондитерский мак. Муку просеиваем и перетираем с маслом. Яйца слегка взбиваем, смешиваем со сметаной и добавляем сахар, соду, щепотку соли. Остается все соединить и замесить некрутое тесто. Делим тесто на равные части, лепим, и на свет появляются миниатюрные колобки. Далее обжариваем их в большом количестве растительного масла. Готовые румяные бабошки выкладываем на бумажную салфетку или пергамент, чтобы сошел лишний жир. И тут в судьбе колобков начинается самое интересное. Их золотые бока погружаем в жидкий мед, а затем со всех сторон обсыпаем кондитерским маком. Если хотите внести изюминку в рецепт и сделать бабошки на современный лад, вместо мака можно взять орехи или кокосовую стружку. Приятного аппетита! Украинская кухня вкусная, сытная, разнообразная, блюда которой готовятся быстро и просто, а результат приятно удивляет. Одним из таких блюд является традиционный украинский витаминный напиток «Узвар», любимец праздничного и повседневного стола. Он обладает ароматным освежающим вкусом и символизирует благополучие. We'll be right back.
Дорогие друзья, вас приветствуют коллективы Лазаревского центра национальных культур имени Крикора Саакевича Мазлумяна. «Сказ о земле русской». Образцовый ансамбль народной музыки «Звонны былинные». Художественный руководитель Анастасия Косян. «Расцветай, моя Россия!» Музыка Петряшевой, слова Филимоновой, солистка Полина Дегтярева. Образцовый ансамбль народной песни и танца «Лазурька», художественный руководитель, заслуженный работник культуры Кубани Елена Гребенюк, балетмейстер Надежда Мальцева. В судьбе испытать пришлось тебе, беды ранами на сердце легли. Но в любые времена Русь с героями полна, за тебя отдали жизни они.
Сколько б не было тревог, сколько б не было дорог, все пути меня в Россию ведут. Крепко связаны с тобой мы навек одной судьбой. Здесь меня родные любят и ждут. Я люблю тебя, мой край золотистый, самый искренний любовью и чистой. Расцветай, моя родная Россия, величава, добра и красива. Колокольный в небе звон, он как связь былых времен, от него моя светлеет душа. Разливается крест, величавый благовест, ты родная сторона хороша. Я люблю тебя, мой край золотистый, самый искренний моя родная Россия, величава, добра и красива. Расцветай, моя родная Россия, величава, добра и красива. «Рыжачок» – образцовый ансамбль белорусского танца и песни «Дзива» Центра белорусской культуры. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Кубани Марина Саенко.
Васильна полька. Обработка Белошицкого. Народный инструментальный ансамбль «Украинские музыки». Художественный руководитель Александр Притупов. Оровел. Солист Гагик Мекрчан. Народный ансамбль армянского танца и песни «Амшен». Художественный руководитель Вартан Погосян.
Кашир, кашир. Усит на так езо жа. Ах, бе. Кашир, кашир, усит на так, езо жа. Hori lori loro ja Hori lori loro ja. Гарний казак. Слова Желдака, музыка Свифта, народный ансамбль украинской песни «Покуть», художественный руководитель Александр Притупов.
лесами, гаями, байраками. Вона заколисана, наша слава казацька, не на папері писана. Лесами, гаями, байраками, вона заколисана, наша слава. Попурри народных танцев. Народный ансамбль армянского танца и песни «Амшен». «По деревне Катенька» – русская народная песня, переложение Подосинникова, народный ансамбль «Саратовский гармоник», «Озорные переборы», художественный руководитель Илья Подосинников.
«Девичьи посиделки», образцовый ансамбль русского танца «Россия», художественный руководитель Андрей Лоцманов. Танцуйте, греки!
Вокально-хореографическая композиция. Автор музыки и слов Михалис Минчакис. Народный ансамбль греческой песни и танца «Эос». Художественный руководитель Татьяна Кришталь. Солистка Ирина Симутина. В крутых прибрежных склонах виноград растет зеленый, там понтийская земля, это родина моя. Жить поверенном навеки завещали наши греки, будем предками гордиться, потому что мы понтийцы. Пока жива душа моя, на свете буду жить и я, и ты, понтийская земля, живи вовеки. Возьмемся за руки, друзья, нам унывать никак нельзя, когда играет круговой, танцуйте, греки. Сколько горя выпадало, испытать пришлось немало. Вижу, греческий народ любит, трудится, поет. И пускай живет Россия, в мире нет страны красивей, православная земля, это родина моя. Пока жива душа моя, на свете буду жить и я, и ты, понтийская земля, живи вовеки. Возьмемся за руки, друзья, нам унывать никак нельзя, когда играет круговой, танцуйте, греки. Пока жива душа моя, на свете буду жить и я, и ты, понтийская земля, живи вовеки. Возьмемся за руки, друзья, нам унывать никак нельзя, когда играет круговой, танцуйте, греки.
попурри адыгских мелодий, народный национальный инструментальный ансамбль «Насып», руководитель Марина Турчина. Амшен. Попурри танцев амшенских армян. Народный ансамбль армянского танца и песни «Амшен». Thank you.
«Одна колына», музыка квинта, слова Куравского, народный вокальный ансамбль «Мрия», художественный руководитель Марина Линиенко. «Адыгея моя», слова Кумпилова, музыка Анзорокова, солист Саид Напсо, центр адыгской культуры. Кошек фыжим, уфади из урам. Россия рвовы защищим, и не в джагуха витам. Адыгакот,
адыгаков, узарашек варварат, адыгаджак, адыгаджак, уихаточек урият, адыгаков, адыгаков, узарашек варварат, адыгаджак, адыгаджак, уихаточек урият. Гугур хепапсау, лежа гуапсам ележ. Цифагар виду найхапзау, когда таджига вадеж. Адыгакак, адыгакак, узараши хварварат. Адыгачак, адыгачак, уихасу чугурият. Адыгакак, адыгакак, узараши хварварат. Адыгачак, адыгачак, уихасу чугурият. Шашер мой дакава, челя гурзаре гапат. Россияр вови гухахва, ищет гузара фаат. Адыгакак, узарашек варварат. Адыгаджак, адыгаджак, уихасу чугурият. Адыгакак, адыгакак, узарашек варварат. Адыгаджак, адыгаджак, уихасу чугурият. Седого Кавказа, дочь величавой страны. Счастье сияет алмазом, дружбою крылья даны. Край дорогой, песен играй, пой, адыгея моя. Вечно живи, свадьбы играй, пой, адыгея моя. Край дорогой, песен играй, пой, адыгея моя. Вечно живи, свадьбы играй, пой, адыгея моя. Вечно живи, свадьбы играй, пой, адыгея моя. Шапсугия моя, хореографическая композиция, народный ансамбль адыгского танца Шапсугия, художественный руководитель Биба Торчокова. Thank you.
Гей, спевай, казаки! Народная казачья песня. Народный ансамбль казачьей песни «Кубанские казаки-черноморцы» Центра казачьей культуры. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Кубани, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Леонид Литвиненко. «Море, море черное» — слова Тихоненко, музыка Лукьяненко. Черное, золотые берега, казаками сокровенное для России на века. Начинаем церемонию награждения участников городского зонального этапа Краевого фестиваля национально-культурных общественных объединений «Венок дружбы народов Кубани». Церемонию награждения проводит исполняющий обязанности генерального директора Лазаревского центра национальной культуры имени Крикора Саковича Мазлумяна Заира Руслановна Тлиф. Награждаются Желнакова Анна Алексеевна, заведующая структурным подразделением Центром украинской культуры.
Зитунян Корене Сагаковна, заведующая структурным подразделением Центром армянской культуры. Награждается Кришталь Татьяна Константиновна, заведующая структурным подразделением Центром греческой культуры, художественный руководитель народного ансамбля греческой песни и танца «Эос». Ковалева Виктория Сергеевна, заведующая структурным подразделением Центром русской культуры. Литвиненко Леонид Иванович, заведующий структурным подразделением Центром казачьей культуры, художественный руководитель народного ансамбля казачьей песни «Кубанские казаки-черноморцы». Дорогие участники фестиваля, уважаемые зрители, мы, люди разных национальностей, верований и убеждений, единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. В единстве наша сила, дух и благо. Наш фестиваль подошел к концу. Участники фестиваля награждены цветами и памятными призами. До новых встреч!